Абуза в планы не входит, Шепелев может избавиться от сына Фриски ради очередной интрижки. Жалобы Дмитрия на то, что сын мешает его личной жизни, наводят на мысли о том, что телеведущий постарается отказаться от малыша в пользу новой пассии. В последнее время Дмитрий Шепелев все чаще жалуется прессе на родного сына. Дело в том, что юный Платон отбирает практически все свободное время ведущего. Сын Фриски не только не дает наладить отцу личную жизнь, но и вздохнуть спокойно не дает. Шепелев возмутился, что не может уединиться со своей избранницей или просто сводить ее в театр или на светские мероприятия. А все потому, что ребенок отнимает у него слишком много времени и требует посещения лишь детских мероприятий. А в связи с тем, что с родными Жанны Дмитрий предпочитает не общаться и всеми способами прячет от них Платошу, становится ясно, что Шепелеву абсолютно некому помочь с воспитанием малыша. И вот совсем недавно в одном из интервью Дмитрий случайно обронил фразу, которая навела на мысли о том, что мужчина может избавиться от наследника Жанны ради очередной интрижки и просто сдать малыша в детский дом. Судя по всему, когда Дмитрий свято клялся в том, что будет опекать Платошу, он не учел того, что подобная обуза просто не входила в его планы. Сам мужчина совсем не готов к тому, чтобы всю молодость провести лишь в компании сына, совсем отказавшись от новых отношений и женщин в целом. Стоит отметить и тот факт, что согласно информации некоторых изданий, Платон изначально не входил в планы звездного телеведущего. Якобы Шепелев сам заявлял журналистам о нежелании воспитывать кроху и практически не навещал благоверную и наследника в роддоме. Однако Жанну это совсем не беспокоило, и она планировала завести еще двоих детей, чем только угнетала нерадивого отца. В это же время, согласно информации некоторых изданий, Платон был не нужен Шепелеву с рождения. Дело в том, что Дмитрий якобы сообщал журналистам, что воспитывать сына он не хочет. Об этом ведущий, мол, заявил сразу после родов Фриски. Считается, что изначально звездный папа не навещал своего сына и совершенно не уделял ему времени.